начинаем запись. Ладно, третья решающая карта. Тибега против Стимроллеров. Первый матч на сегодня из пяти запланированных. Счет 1-1. Сумасшедшая первая игра от Стимроллеров. Отличный камбэк от Тимега во второй карте. И вот получили мы опять Рюда. Итак, сейчас быстренько выскрю по составам. Тимега, таксист играет на Булварке, X-Rambo играет на Zell, Galaxy играет на Рюда, Разорка играет на Десиме, Альвином на Пульсаре. Против них Стимроллеры, Silent Burp играет на Булварке, Взрывной на Вархеде, Туасит на Флотлайне, Регал на Ваксе, No Heal for You на Zell. Тимега синие, а Стимроллеры красные. Что касается первых двух карт, еще раз напомню, пересмотрите обязательно первый матч, это просто 100% феноменальный камбэк Стимроллеров на карте Меридиан Гейт, потом развал кабин и немножечко доминации Тимега на второй карте, на Empire City, и вот третья решающая карта, опять Empire City. Видим с одной стороны Decimus, с другой Flatline. Взяли здесь, видим, Вархеда вместо Страйкера, до этого был Страйкер. Ну и здесь не хилячу встревает, да, получается медло, нет, все-таки выживает. Вовремя Туасит здесь справа подхиливает его и уходит. Ну, хил спасает его Туасит, и заходят они на зелененькую, но это может быть очень опасно, потому что здесь Galaxy с Мюзиазом, Таксист со Станом. И да, надамажились очень здесь. Все-таки стреляют, стреляют, стреляют. Здесь, да, подтягивают сюда Silent Burp, и нет смысла здесь тусоваться Тимега. Втроем они не вывезут четверых. Наверху смотрим Оливином с Регалом по-прежнему. Если Регал не совсем хорошо сыграл на первой карте, ну, на второй, прошу прощения, на Ваксе, то на этой, думаю, и Туасит подставляется. Хороший стан сначала от Таксиста, потом от Разорка, получает бешеный урон Туасит. Ну, все-таки выживает, здесь могут подцепить Таксиста, нет, не цепляют, нет, могут повесить, сейчас попадет, да, попадает стан, в ракет не попадает, Таксист может отъехать и отъезжает Таксиста, и это First Blood, первая кровь за Стимроллерами. 1-0 по киллам повели они. По нему по XP немножечко выходит вперед. Galaxy здесь палит всю эту движуху. Палится за счет просто простого выстрела. Мог бы чуть остаться, переждать своих и зайти бы сюда могли, потому что сейчас здесь надамажится. Забирают стимроллеры красную. Ну, видишь, везде бывают ошибки. На этом турнире, на многих турнирах, очень многих турнирах докторы фейс чекали. И мы этих докторов прекрасно все знаем. Вот, забрали они красную, сейчас будут стараться потушить мид по немножечко. Рэмбо заходит тут в спину, попадает по Туасит за мидом. Туасит может отъехать, Рэмбо здесь встревает. Да, стягивает регал двоих, и Рэмбо отъезжает первый. 2-1. 2-0 по киллам. Да, 2-0 по киллам. Стимроллеры впереди. Немножечко вырвались по XP вперед. Потом посмотрим билды. Да, перетягиваются стимроллеры себе на красную. И Оливином здесь может фейс чекнуть. К сожалению, нет, не стянулись. Таксист тоже был тут как тут. Не стали рисковать стимроллеры. И не пытались забрать даже чужую зеленую. Видим стандартное противостояние Регала против Оливином на топе. Подпушивает немножечко зеленочка сейчас. Еще пару выстрелов надо сделать. Выстрел 3-4. Да. Но посмотрим, пока Тимега не взяли свою зеленую наверху. Перемещение небольшое по карте. Борьба за Вижн, за нижний. Galaxy тут получал. Но не подставился ни под стан, ни подо что. И не забрали его. Выходит вниз взрывной. Получает ускорение от Туасида.
посмотрим. Вот первые ультимейты появляются у стимроллеров раньше на пол левела примерно, чем у команды Team Mega, но все-таки сейчас они тоже получат. Да, вот забрали они зеленую, выровнялись по XP, и сейчас ультимейты у обеих команд. Посмотрим, как же реализуют первые ультимейты обе команды. Знаем, прекрасный врыв от Galaxy из ниоткуда. Парень из ниоткуда, так можно назвать, своеобразно. Может впрыгнуть, показал он это в первой игре, но, к сожалению, проиграли Team Mega первую карту. Там просто феноменально все сделали стимроллеры. Еще раз советую вам ее к просмотру, кто пропустил. Это напомню, что первый матч и третья решающая карта. Следующий матч, скорее всего, будет, это Team Sudoku, наверное. Нет, вряд ли. Посмотрим, что будет следующим. Не будем забегать вперед, чем бежать впереди поезда. Туасид также идет почему-то первым, кидает лужу, но может здесь подставиться. В первой игре он очень сильно подставлялся за Десиму. И постоянно Galaxy в него ультовал. Да, вот перетяжка всего состава Team Mega вниз. Они забрали Vision и... Ой-ой-ой. Туасид, куда же ты так заходишь, братулец? Попадает, хорошо. Какой же хороший ульт от Galaxy. И не выхиливает здесь Туасид всю эту кодлу. Просто царский ульт. Регал поздно входит, таксист успевает застанет его. Падает сюда ульт от Разорка и выхиливает понемножку всю эту кодлу. 3 в 0 размен. Опять отличный. Вот парень из ниоткуда опять сделал ультимейт. И вот что вышло. Про что я вам, в принципе, и говорил. Просто парень из ниоткуда сделал ульт. Застанил троих, все-таки успел нажать здесь ульту Асид, но сразу были побриты двое. Здесь добрали Булварка, вот под фонарем он загорать решил под лампочкой в 60 ватт. Ну, просто видели опять это. Да, Рюда шикарен, ребята, просто отлично было прыгнуто. Опять Туасид опять первый почему-то шел, то есть если бы он сделал хоть шаг назад, вот здесь бы остался где-то. И могли бы здесь ребята более грамотно подраться, но, видимо, перемещаются на топ. Здесь будут стараться как-то... стараться здесь как-то повоевать более-менее, но, видимо, не получается. Преимущество пока в левел у уже команды Team Ego. Отдавались они вначале понемножечку. Ну, как отдавались? Так, по киллам отдали. По два килла отдали и... Опасно. Здесь Саленберг заходит, получает на 3 хп, но Туасид его немножечко подхиливает. Банили, во второй игре были баны, но в третьей игре не дали бан, по-моему, с ним роллером вроде как. Из-за того, что 10 минут команды не было, и не смогли они банить, по-моему, героя. Ульт. Отличный ульт здесь от Регала. Стягивает хорошо. Троих падает сюда ульт. От взрывного. Хорошие. Несколько ракет упали. Galaxy также ультует по взрывному. Здесь может отъехать таксист. Туасид себя подхиливает, ультует. И все-таки опять здесь почему-то оказался хил первым. Ай. Вот, опять ушел, опять здесь почему-то, опять здесь. Вот Регал здесь хорошо троих стянул, упал здесь ульт от взрывного, вовремя сразу же юзнул ульт Galaxy. Здесь он застанил взрывного, вот здесь на пятаке. Опять почему-то оказался флетлайн первым, почему, непонятно. Здесь старался он Регала задефить, но нужно было куда-то вот сюда им отойти, вот здесь где-нибудь встать, и Регал вот сюда выйти, он бы его тогда похилил здесь. Но... что-то, видимо, пошло не так. Вот сейчас нужно ребятам из Down 5 анализировать, смотреть этот матч и анализировать, потому что они с проигравшим данной парой будут играть. Да, доктор везде почему-то тусит всегда. Впереди планеты все. Это Сангберг, да, забрали две красные стимроллера, сейчас будут пушить. Вот, забираю дракона. Тут сразу я провтыкал пока немножко. Забрали Team Mega дракона, но... в ответ забрали вышку уже стимроллеры и две красные. Просто они даже не выпустят с базы дракона, считай. Вот на под второй Т2, под Т2 он стоит, но ультимейтов нету. Туасида нет ультимейта. Пол дракона просто упало, не дойдя даже до первой вышки. Доктор идет и сквозь. Ха-ха-ха.
просто даже полдракона упал, не дойдя до первой вышки. Сейчас, если один хороший тимфайт проведут с тимроллером, могут открыть мид у тиммега. Да, потом посмотрим по запаку. Ой, опять хороший ульт от Galaxy. Сбоку ультует на взрывного. Взрывной тут еще получает стан. Все-таки вовремя юзает хил, успевает. Прорезает здесь ультой ноухил. Юзает ульт Silent Burp. Отъезжает здесь почему-то опять. Тут почему-то хилы здесь фейс чекают. Отходит сюда, наверное, туаси. Прошу прощения, отходят таксисты и все-таки выживают. Здесь потеряли здесь одного. Ну, почему-то вот любит хилами забегать вперед. Разорг, вот что-то, вот что он здесь сделал. Зачем? Да, просроченный дракон был. Здесь шел тут, но он вот он дрыгается, вот он. Тень его дрыгается. Что он там дрыгается? Зачем он вообще туда поперся? Ну, сейчас вот Galaxy здесь стревает. Начинаются вот эти ошибочки, маленькие микроскопические ошибки, и потихоньку начинают выравнивать. Вот с ним роллер уже в свою сторону игру. Сейчас заберут две зеленые и пойдут бот пушить. Любят очень многие хилами загуливать. И не один раз мы уже это видели. И поэтому как-то немножечко смотрим, здесь ульты есть. Ульт есть только у взрывного. У Silent Burp ульт через 15. У Тарасорка аж ульт. У Асида аж ульт через минуту. И у Регала ульт через 15 секунд. Стараются подхарасить вышечку. Дефит изо всех сил здесь Тимега. Вот настреливает Рэмбо, чтобы его не подрезали здесь. Альвином тоже. Райт кликает, ящиками откидывается. Да, ну большая часть вышки упадет. Здесь, конечно, останется где-то 1/5. Поэтому. Ой-ой. Кстати, почему-то очень странно выбор. Ну да, взрывной играет через усиленное копье. Кластерная бомба. Копье, когда поражает, она в области еще небольшой урон наносит. Странно, почему не паразит. То есть обычно большинство людей берут паразит и. Счет этого выживают. Видим, переместились Team Ego в мид. Стараются как-то сплитить немножечко Team Ego, но по башням 1-1. Здесь башня уже горит, и забирают стимроллеры. Вверху свою зеленую. Также Ego заберут свою. Ну, вот здесь 1/4, наверное. Здесь тут примерно так же. 1/5. Вышечки покоцано. Да, берут Vision. Собирают Vision стимроллеры. Переходят сюда и не успевают. Вовремя отошли здесь Разорка и Оливином. Не успели здесь ребята. Нужно было раньше переместиться. Попробовать подраться. Потому что были в преимуществе. Были 4-2. 4-3. Прошу прощения. Я, конечно, неправильно. Нет команд, которые выигрывали бы все турниры, ребят. Нету таких команд. Что там? Буквально на каждом турнире буквально одна ошибка может. Да, и я бы поехал туда, чуть не сложилось. И Глеб поехал бы туда, тоже не сложился. То стараются Эго подпушить вышку, но получают туда выстрел от вышечки X-Rambo. И вот, да, забирают красную свою. Стимроллер забирают чужую, и будет пуш меда. Очень далеко здесь. Не рассчитали немножечко, нужно было чуть-чуть дождать или побыстрее ее брать, потому что потеряют сразу же она одну красную здесь. А вот к Игорю уже стучится, что за что-то не прикинет. Ой. Что они там опять? Я понял. Пушит стимроллеры нижнюю вышечку. Заходит здесь таксист, фейс чекает, первым бежит, отзванивает Регала. Ну,
Ну, пока никаких таких серьезных действий сейчас, скорее всего, будет один дракон, будет решить все, 25 секунд дракона, ребята, и... Ой, и хороший ульт опять здесь от... Как же хорошо здесь играли стимроллеры, отрезали быстро танка и одного ДД, пока я отвлекся немножко, отрезали, да. Здесь еще Оливином падает и падает Galaxy, и, скорее всего, закончат эту игру стимроллеры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки, 40 секунд есть, 40 секунд у стимроллеров. Сумасшедший файт здесь они провели, отрезали здесь сразу танка, он не успел ультануть, а толку никакого не дало. Нет, точно линию отдадут, но будет еще дракон. Скорее всего, вот, стараются. 20 секунд. Да, будут стараться закончить. Регал получает урон, Сайленберг его не закрывает. Регал может отъехать. Падает ракета, падает Регал. Остается 90%, 85%, 84%, 60%. Надо уходить, ребятам. 40%, 43% осталось, 41%, 40%, 39%. Сайленберг здесь может отъехать. Да, отъедет, скорее всего, цепляют его здесь. Замедло бешеное по нему идет. И все... Ух, отбились. 32% пойдут на дракона. И против дракона уже очень будет тяжело стоять. Стимроллером будут стараться сейчас забрать две зеленые внизу, чтобы линия пушилась. Бешеный урон. И просто 30%. Не знаю... Суицидиться бы стали, если бы... Могли бы, конечно, 30% снять. Там и Вархед, и... Зел была, и хил бы лужу кинул. Но не стали рисковать. Да, вот берут Эго Дракона. Здесь аккуратно нужно сыграть. Galaxy прожал прыжок. Но сейчас может получить здесь замедло и отъехать. Нужно убегать, уходить уже ребятам из стимроллеров. Дефит мид, потому что... Дракон уже вовсю приближается. Да, уходят. Неужели это будет размен опять? Нет, возвращаются стимроллеры. И не будет здесь размена. Будет пушиться бот понемножку. Вышка тут целая, Т2. Фу, сейчас вот в этом тимфайте все решится. Нужно стараться забрать дракона. Дракона 1/5 балла. Оливином здесь харасит Ерчика и двоих. Юзает ульт. Хороший ульт от Galaxy. Таксист юзает ульт на взрывом. Взрывом еще живет. Хороший ульт от Регал. Стягивает всех и получает бешеный урон. Здесь X-Rambo. X-Rambo может отъехать. Таксист тоже может отъезжать. Регал получает бешеный урон. Отъезжает Регал. Galaxy как живет на своем безумии. Как оно там называется, я даже неправильно не помню. Бессмертие, это блокировка, бессмертие, на самом деле, Разорг опять подставляется и отъезжает, и могут закончить, ребята, вчетвером могут, и пойдут, скорее всего, это делать, возьмут красную и пойдут заканчивать, ой-ой-ой-ой, опасно, стимроллеры могут выиграть данный матч со счетом 2-1, берут красную, бегут изо всех сил, хил бежит там, будет пушиться мид, надо одному пушить срочно мид уже, чтобы, да, выходит, no heal, пушить мид, Silent Bird ему помогает, здесь Туасид палит, чтобы красная не вышла, бегут изо всех сил, ребята из стимроллеров будут пытаться сейчас забрать еще одну красную. Ой-ой-ой, ребяточки, может быть опасно. Оливином старается тут подхарасить. Сайленбер похарасит. Ой-ой-ой, подставляется. Стан получает. Прорезает ультом здесь ноухил. И может отъехать. А бешеный урон по Сайленберпу. Нужно выхиливать Сайленберпа. Бежит уже вовсю здесь. Регал сейчас очень-очень опасно. Сейчас идут две красные. Две фуловые красные. У стимроллеров появились ульты у всех. Заходит первая красная. Бежит уже к базе. Заходит сейчас... Да, заходит стак крипов с дальней катапульты. Нужно отбивать, попадает Оливином. Хороший ульт, не хилячь, может отъехать сразу. Туасид здесь старается изо всех сил выхилить. Отъехал Регал уже, отъезжает Туасид. Сайленберг тут тоже подставляется, может отъехать. Очень опрометчивый шаг. И 30% остается по-прежнему. И забирают и красный. Очень мало хп у всех. Хорошо юзает здесь ульт взрывной, но это не помогает. Отъезжает взрывной, тим вайп. И, наверное, ребятушки, очень... большие шансы здесь сейчас запушить как минимум одну линию. 21 на 20 и бегут изо всех сил здесь. Стараются. Нужно щиты кидают здесь, 7 щиты.
пол вышечки уже нету. Galaxy зайдет. Да, вверху падает вышка, Galaxy заходит и юзает неуязвимость свою. Отпрыгивает, да, подбегает уже сюда таксист, стараются ребята изо всех сил, нет, Galaxy может отъехать, нет, прикрывает его здесь таксист, открывает мид. Фух, отбились, мидами разменялись. Сумасшедшая игра. Просто сумасшедшая, феноменальная игра, достойная полуфинала. Оливином палит здесь всю движуху зелененькой. Очень-очень опасно здесь все. И сейчас, не знаю, пойдут ли пушить бот. Ой, все будет хорошо, говорят. Да, надеемся, 30%. Неужели опять будет какой-то размен базами? Опять сумасшедшие игры какие-то показывают, что первая игра была просто... Дикий-дикий камбэк от стимроллеров, размен базами. Раньше добивают стимроллеров, потеряв две стороны, будет... Потом потеряв третью. И опасно здесь может быть. И таксист бежит вовсю, замедляет Silent Burp, получает сам бешеный урон. И, ой, не бешеный, дамажится на 1/4 и стараются гнать здесь. Да, X-Ram подставляется под вышечку, но ноухил улетает. Отдают они эту вышечку. Надо тоже язык откусить. Почему? Я язык не откусываю. Стараются тем мага подпушить. Надо, видим не хилячу, а дефил уже топ. И да, здесь вот будет пушиться в сторону тиммега. Ой, регал, как же хорошо здесь ультует, здесь сразу все... Какой хороший ульт от Вархеда, ай-яй-яй, ну падает все-таки регал, Silent Burp может тут тоже отъехать. Да, Galaxy прыгает, хочет забрать, пытается забрать Silent Burp, но выживает здесь Silent Burp, 1-0 размен, и... Не знаю, погонят или нет, да, Туасид контролил здесь, старался выхилить регала, но не получилось, проседают немножко по хп. Гонят, разорка отъезжает. Один в один размен. Побегут. Не буду давать делать ТП. Бегут стимроллеры. Все-таки стараются закончить. Нету Туасида, нету хила. Есть ускорение, есть... Забирают вижен. Все есть у команды сейчас. И хил, и все. Но почему-то не идут суицидиться в базу. Могли бы постараться забрать вот эту красную и пойти засуицидиться в базу. Ой, не знаю. Ой-ой-ой, не вовремя, ребята, ко мне приходят гости, не вовремя, и надо сейчас спускаться мне. Ай-яй-яй, опасно, вот тут. Ульт хороший, вот Galaxy попадает, он по взрывному попадает, Нихилич отъехать, здесь могут двое сразу. Бешеный урон по Нихилячу, отъезжает взрывной, и гонит здесь Galaxy, отъезжает здесь Нихилячу, да, и бежит вовсю. Бегут, тиммега забрали, они красные, бегут. Две пушцы. Идет красный, ребята идут на дракона. О май гад, сумасшедшая игра. Фух. Да, забирают тиммега дракона. И очень-очень тяжело сейчас будет стимроллером. Очень. Невыносимо. На 23-й. 30% у базы. У эго. 3 левела, да, сейчас будет. Сумасшедший, просто сумасшедший матч. Надо было здесь не драться, надо было выходить сюда на мид, стараться забрать красную, потому что пушились две арты у стимроллеров, и нужно было вот здесь идти и стараться засуицидиться, принимать тех четверых, но вышли раньше, тиммега приняли вот здесь стимроллеров, но вот сейчас будет 5-5, решающий файт, ребят, но дракон
Дракон, ну тут 100% у базы. Регал попадает по таксисту, без, юзает ульт, таксист, регал выживает, таксист без ульта, Silent Burp, бешеный урон получает, таксист ультует, ой, Galaxy ультует, попадает по Silent Burp, Silent Burp ультует, стараются ребят задефить, быстро нужно забирать дракона, дракон не отваливается, падает регал, падает оливином, дефит, дефит, ребята, дефит, 80%, Galaxy здесь может отъехать, Silent Burp закрывается, да, отбиваются стимроллеры. Невыносимыми усилиями. Galaxy отъезжает. И нужно заканчивать, ребята, на стимроллеров. Бегут, бегут по мезу стимроллеры. И, скорее всего, закончат данный матч. Просто 60-40% сняли Тимэга. Что творят эти ребята? Просто две сумасшедшие карты. Два камбэка. 30 секунд, 20 секунд нету X-Rambo. 25 секунд, не будет Аливинома. Дефить придется вдвоем, против четверых. Что творят эти ребята? Просто, просто мы наблюдаем сейчас с вами феноменальную игру от Steamroller. Нужно заходить, нужно уже заходить. Да, не нужно обращать ни на кого внимания. И Galaxy, Юзу и Туль по двоим. Здесь, Нихилячу, Туасин, скорее всего, отъедут. 20%. Да, это ГГ. Ребята, Steamroller ждут победителя пары. Ждут победителя пары Растопа Team Sudoku против Epsilon eSports Sof. Что сотворили эти ребята?